Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Фонд национального благосостояния Самрук-Казына полностью перешел под личный контроль Елбасы. Назарбаев приказал уничтожить правозащитную организацию «Атажурт». Все архивы и дела по узникам китайских лагерей похищены спецслужбами Казахстана. Назарбаев способствует насилию над казахами в лагерях Китая. За 3 месяца в реке Урал зафиксировали вымирание более 100 тонн рыбы. Причины экологической катастрофы все еще не установлены. О чем говорят в телеграм-чате активист ДВК? Как звучат голоса народа? Наша новая рубрика.